Всем привет, вы на канале Беркейс. Уже был обзор на этом месте, в том обзоре, если не видели, посмотрите. Я не знаю, какой выйдет раньше, этот или тот. В том обзоре я говорил, что в белорусском магазине «Чеснок», который открылся у нас недавно, это большой супермаркет такой, вроде как бюджетного класса, но там есть все адекватные продукты, это не похоже на «Маяк», то есть который там как склад, да, например, выглядит, или «Светофор». Это не такой магазин, это прям супермаркет большой, все есть, большинство товаров белорусские, там сыры, колбасы и так далее, и пиво белорусское имеется. Там есть и импорт, немецкое пиво, но немецкое пиво сейчас везде, то есть я не знаю, как будто чуваки, которые заведуют масс-маркетом, они где-то создали опрос, типа, какое пиво вы больше любите, и как будто все проголосовали, ну, мы любим немецкое, и немецкое есть везде. В красно-белом оно, в Пятерочке, в Магните, здесь в Чесноке, там целая большая полка с этим немецким пивом. Я даже вот не знаю, что вам сказать, честное слово. Мне настолько оно надоело, вот все это европейское пиво, оно все одинаковое, а немецкое вообще все практически одинаковое. Когда я любил пшеничку, то есть пшеничное пиво, это довольно вкусное пиво, но его пьешь, пьешь много, а потом напиваешься и больше не хочешь его пить никогда. Я в редкую стежку пью сейчас пшеничное пиво, потому что, ну, какое-то оно, ну, вкусовое, что ли. То есть никакого разнообразия. По большому счету, если ты попал в сорт, то это всегда одно и то же. Никаких полуоттенков, оттенков. Оно либо бывает водянистое, либо плотное. Одно время мы по пшеничке угорали с Филом на этом же канале. Там в старых роликах 3-4 года назад. Видно, что мы прям сильно любим. Мы, наверное, даже в роликах говорили об этом. Сейчас пшеничка вообще меня не интересует. Поэтому к чему я это все, блядь, отвлекся. Короче, обычно все пивасы, которые ягодно-фруктовые, они варятся на пшеничке. Здесь я не уверен, что это такое, но это пиво называется Руд Кэрол Джан Оливария, 1864 год. Оливария существует с 64 года, я так понимаю, это завод. Сейчас мы почитаем еще поконкретнее, у вас, наверное, крутится подложечка. Дело в том, что пиво Оливария мы тоже пробовали. То есть оно было, не знаю, лет 15 назад, потом исчезло. Вот появилось опять с открытием этого магазина. Специальное фруктовое пиво с легким, сбалансированным смаком, водаром, спелой вишни. Смаком, соком, наверное, да? 4,6 алкоголь, объемная доля. 0,44 литра. Странно, эти бутылки похожи вот на 0,5, она даже не 0,45, она 0,44. Ладно, неважно. Славутый минский глава граф король Ян Чапский. Чикавуйся садо... Господи, я, извините, я не умею. Вишневый сад, Станькава, Дезу... Так, ладно. Пиво специальное, светлое, пастеризованное. Король Ян Руби называется пиво. Вода, солод пивоваренный, ячменный, светлый, ячмень пивоваренный, патока, крахмальная мальтоза, сокосодержащая основа вишня. В вишню входит сахар, вода, питьевая, сок. Вишневый, сок черный моркови, концентрированный, регулятор кислотности, кислота, лимонная, сок яблочный, концентрированный, ароматизатор пищевой натуральный, хмелепродукты. Содержит глютен из ячменного солода. Допускается естественный осадок, обусловленный особенностями используемого сырья. Изготовитель – пивоваренная компания «Оливария», то, о чем мы говорили. Республика Беларусь, город Минск. О, это прям из Минска, то есть это прям из, ну, как бы круто. Это столичное пиво получается. 4,6 я говорил. Начальная плотность сусла 13 ровно. 4,6. Давайте посмотрим. Оливария.бай. 1864 года. Ничего не читал. Слушайте, устал я эти сводки делать. Работа подождет. Сегодня выходной. Жара, лето. Не получается что-то открыть. Давайте еще разочек. A few moments later. Не получается открыть. А что если вот так попробовать? О, отлично. Вишенка. Вот такой вот красный пивас. Работа подождет. Вот, концентрированный сок, он и дает вот эту всю сладость. Между прочим, пахнет не только вишней, пахнет и солодом. Ничего себе, это редкость. Пахнет приятно, если честно.
what's left is right. Chasing stars and holding you. По вкусу клоповничек. Есть сладость, есть горечь, есть солод. И все это вместе дает какого-то клопа. Но не могу сказать, что это противный клоп. Это клоп довольно неплохой. А может и правда говорят, белорусские продукты, они такие как бы, как будто лучше чем-то, да? Как будто у них серьезнее, сильнее следят за всякими ГОСТами. Вы знаете, такое пиво пить реально можно. Я не могу сказать, что оно прям там женское или не женское. Но девчонкам будет, наверное, проще. Тех, кто пиво не любит, а вот такой напиток можно и выпить. Я поставлю оценку невысокую. 1.5 балла. Не буду объяснять, почему. Просто 1.5 балла. А вы пейте правильное пиво. А любое пиво правильное, если вы так считаете. Пока.